«Прекрасное далекое. Будущее транспорта и логистики» обсудили на форуме «Цифровая транспортация в Москве». Представители всех видов отрасли делились своими достижениями в области диджитал-технологий. И в авангарде снова оказались РЖД. Пассажиры поездов давно привыкли к разнообразным цифровым сервисам. Тем не менее, железнодорожникам удалось удивить всех присутствующих. Жанна Мясникова узнала, какой он завтрашний день транспортной отрасли. 39 петабайтов – таков сейчас объем информации в РЖД. Для понимания, 1 петабайт – это единица с 15 нулями. Эти данные озвучил глава компании Олег Белозеров на пленарной сессии в рамках форума «Цифровая транспортация». И холдинг готов делиться, если не информацией, то тем, как с ней эффективно работать и как ее использовать. Цифровизацию сервисов в РЖД ведут давно и планомерно. Диджитал-технологии внедрены практически во все процессы компании. От личного кабинета работника до заказа грузоперевозки. Все делается по клику. Лучшая иллюстрация – работа с пассажирами. Хоть этот вид деятельности и приносит всего 10% дохода, но в части внедрения IT-технологий перевозка людей стоит на первом месте. По количеству сервисов для пассажиров железнодорожникам нет равных в транспортной отрасли. Как говорят, мы прогрессивные, поэтому то нас пытались во время начала СВО нашу собственную билетную систему завалить. Ничего не произошло. Более того, количество атак на наши системы железнодорожные были в несколько раз больше, чем на госуслуги. Нас удалили из App Store, мы зашли с другой стороны, ПВА-версии. Наши коллеги размещают наше приложение, которое успешно работает. Пассажиры уже привыкли к электронным билетам и сопутствующим услугам в поезде. Заказ еды к вагону, конструктор путешествия, медиапортал и многое другое. Одно из последних новшеств – лист ожидания. Билет, который сдали, не просто появляется в системе снова, а попадает к человеку, который первый встал за ним в очередь. Конечно, тоже виртуально. А на популярных направлениях появился сервис покупки билета с пересадкой на другое место внутри одного состава. Это актуально, когда нет билетов на полный маршрут. Тот, кто сегодня не занимается искусственным интеллектом, цифровизацией, это путь в никуда. Мне сегодня было очень приятно слышать практически всех разработчиков, что они успешно внедряют свои современные технологии на российских железных дорогах, в Аэрофлоте. Это флагманы, это компании, которые, в общем-то, создают основу, а они являются неким для нас всех индикатором развития информационных технологий. Цифровизацию транспорта не просто поддерживают на уровне правительства. Президент страны поставил задачу сформировать новый национальный проект «Эффективная транспортная система». Внедрение диджитал-технологий, развитие систем для качественного обмена данными уже позволяют устанавливать сквозные решения для разных видов транспорта, а на некоторых – переходить к технологиям будущего. РЖД, железные дороги, действительно являются таким флагманом применения всех технологий. И, конечно, мы знаем, что беспилотные «Ласточка» ходит, мы знаем, что беспилотные тепловозы используются для формирования составов. И если смотреть глобально, то это только начало. Глава РЖД не исключил, что к 2030 году уже и поезда дальнего следования, и пассажирские, и грузовые отправятся в путь без машиниста. Правда, за это время необходимо обеспечить все условия, подготовить инфраструктуру, связь и нормативно-правовую базу. Жанна Мясникова, Виктор Воронин, РЖД ТВ, Москва.